Члены Совета Демократической партии штата Вирджиния обвиняют в фальсификации выборов и пособствовании незаконного голосования. На этой неделе полиция арестовала демократа из Вирджинии по обвинению в совершении уголовного преступления, связанного с выборами и фальсификацией результатов голосования. Согласно протоколам суда, член городского совета Блэксбург Лиэм Уотсон, 24-летний активист Демократической партии, предположительно совершил 3 пункта обвинения в фальсификации выборов и 1 пункт обвинения в незаконных голосованиях на выборах в августе 2023 года. Согласно обвинительным заключениям, в прошлом году Уотсон умышленно и намеренно сделал ложные заявления или записи в регистрации избирателей в Вирджинии. В заявлении комитета кандидатов организации декларации кандидатов. Он также предположительно преступно и намеренно записывал голоса на выборах, в которых люди не имели права голосовать. Все преступления предположительно были совершены в округе Монтгомери, в состав которого входит город Блэксбург. Расследование продолжается в данный момент. У Уотсона обширный опыт работы в демократической политике. По данным LinkedIn, он работал пресс-секретарем Демократической партии Вирджинии с июня 22 по декабрь 23, специалистом по цифровым технологиям Демократической партии Джорджии с мая по июнь 22. Газета Roanoke Times сообщила, что Уотсон уже почти 6 месяцев работает в компании Sapphire Strategies, которая, согласно веб-сайту агентства, специализируется на комплексной цифровой стратегии, помогающей прогрессивным компаниям и инициативам. По данным веб-сайта, группа выполняла работу для таких демократов, как бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и бывший член кабинета Обамы Хулиан Кастро. Sapphire предлагает цифровую рекламу с призывом проголосовать, чтобы убедить каждого избирателя, если он еще не определился с политическим выбором, голосовать за демократов. Видимо, это происходило даже и без ведома самих избирателей. Между тем, Уотсон публично яро критиковал усилия республиканцев по обеспечению как раз-таки безопасности выборов. В октябрьском сообщении на X, обвиняемый в фальсификациях демократ Уотсон, даже обвинил губернатора республиканца Вирджинии Глена Янкина и республиканцев штата, по его словам, в действиях, направленных на подрыв избирательных прав. Обвинение было ответом на статью The New York Times о том, что массовые группы по обеспечению честности выборов обучают наблюдателей опросами и набирают на работу работников избирательных комиссий. В другом сообщении, в прошлом месяце, поддерживающим усилия сенатора-демократа от Вирджинии Тима Кейна, Уотсон подчеркнул важность работы над расширением доступа к досрочному голосованию и голосованию по почте в округе Монтгомери, чтобы гарантировать, как он сказал, что каждый, независимо от почтового индекса, получает возможность сделать свой выбор. Еще один факт, подтверждающий множество фактов фальсификации демократов голосов на выборах.